Трудные места священного писания с библейским порталом «Экзегет». «Ветхий человек распят». Это послание к римлянам, 6 глава, 6 стих. Кто такой ветхий человек? Зачем его распяли? Я прочитаю с 5 в синодальном переводе, чтобы был какой-то контекст. «Ибо если мы соединены с ним, «Христом подобием смерти его должны быть соединены подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над ним власти». Ну, нет, в целом все понятно. То есть э, мы соединились с Христом, в его смерти, как писал Павел Выше, это произошло в момент крещения. Крестясь, каждый христианин присоединяется не просто ко Христу, но ко Христу, умершему на кресте. Он умирает для того, чтобы воскреснуть. Ну, все это понятно. Что за ветхий человек? Ну, смотрите, во-первых, понятие ветхий напоминает нам сразу о понятии ветхий завет, да? ну, по-русски мы говорим обычно «старый» сейчас. Ветхий — это что-то такое не просто старое. Вот благородное старое мы не назовем ветхим. Мы скажем, что оно антикварное. Или как-нибудь еще его назовем. Древнее. А ветхое — это ветхая избушка, ветхое платье. То есть что-то такое, что уже и не может даже использоваться по назначению, что, по сути дела, уже близко к уничтожению. Вот на выброс только оно идет. Какой же у нас есть ветхий человек? Кого это мы собираемся распять? Похоже, что это нечто внутреннее наше. Что это либо все человеческое состояние вот любого человека, либо наше собственное личное состояние, связанное с жизнью до Христа. Вот Павел писал о том, что мы крестимся в смерть Христа, но эта смерть была на кресте. И это означает, по сути дела, с его точки зрения, что крещение есть принесение себя в жертву на том же самом кресте, как это сделал Христос присоединение к Его жертве. Но при этом люди же не казнят себя. Нет, есть, конечно, такие случаи, где-то на Филиппинах, по-моему, есть такой обряд, что как раз накануне. Празднование Пасхи, вот в Страстную Пятницу, очевидно, там местные верующие некоторые дают себя распять вот они висят на кресте некоторое время, потом с него сходят, чтобы пережить это единение со Христом. Но это какой-то внешний, такой довольно зрелищный э, аттракцион, хотя для этих людей, наверное, все очень серьезно. А э, как это все остальные распинают своего ветхого человека? Вы знаете, я очень раз много раз видел христиан, которые не очень хотели его распинать, этого ветхого человека. Вот, грубо говоря, это тот, кем ты -то был до Христа, без Христа и вопреки Христу. Когда человек принимает христианство, но остается не просто таким же, каким он был, а он еще начинает это каким-то образом по-христиански оправдывать, его, например, злоба, его там жадность или что-то еще вдруг находят э, какие-то оправдания, что ну это же нужно вот там для проповеди э, э, там церкви, это нужно там для того, чтобы победить врагов, изгнать еретиков и все такое прочее. А, и он меняет идеологию. Много раз это видел, но он не меняет отношения. Он остается все таким же ветхим человеком, он остается таким же комсомольцем, или там, в некоторых случаях это, допустим, там, гуляка, который любил все удовольствие от жизни получать, и вроде бы как его приход к христианству должен был как-то его от этого освободить, но нет, не освобождает. Когда, по сути дела, этот ветхий человек продолжает жить, он нацепляет на себя некоторые атрибуты христианской жизни, но он не меняется внутренне. И что делать с этим? Смотрите, Павел мог бы прочитать целую проповедь, обличая, наставляя, заставляя людей измениться. Он говорит, смотрите, мы все соединились с ним в подобии смерти. Мы хотим с ним воскреснуть. Для чего мы это делаем? Не просто потому, что мы сочувствуем Иисусу умирающему, не потому, что мы согласны с его проповедью, с его чудесами, восхищенная там его э, риторикой или чем-нибудь еще из того, что с ним связано. Но основная причина, одна. мы хотим воскреснуть. Не так ли? Но если мы воскресаем, то мы проходим и через смерть. И эта смерть означает, по-видимому, отказ от этого прежнего образа жизни, греховного, страстного, подчиненного каким-то совершенно другим стихиям. И, по сути дела, крещение есть обещание это сделать. К сожалению, в очень многих случаях не сбывающееся. Такое обещание, которое никто даже всерьез не собирается исполнять. Смотрите, он заодно приводит такую фразу, я уж не буду ее отдельно в отдельном каком-то выпуске разбирать, ибо умерший освободился от греха. С одной стороны, вроде понятно, когда человек умер, он не действует, поэтому он не грешит, да? точно так же, как он не ест, не спит, не пьет, он и не грешит. Но это же про физическую смерть. А можно ли сказать, что человек, который физически жив, тем не менее умер для Христа и поэтому не грешит? Вообще-то да. Почему нет? А потому что вот его самость, а грех ⁇ это прежде всего самость человека, его желание настаивать на своем, в нем больше не присутствует. И поэтому трудно говорить о грехе. Поэтому, собственно говоря, его жизнь, как Павел скажет, в другом месте уже не я живу, но живет во мне Христос. Его жизнь есть вмещение вот этого христианства. Он становится не просто человеком высоких моральных качеств, что само по себе хорошо, но человеком, в котором эта новая жизнь присутствует. И вот, наверное, идеал святости, ну а, можно сказать, проще идеал христианства. Я прочитаю в своем переводе с пятого стиха. Мы прошли через подобие Его смерти. Нас ждет и подобие Его воскресения. Мы знаем, что наша падшая природа умерла, наша подвластная греху телу умерла с Ним на Христе. Чтобы нам больше не быть рабами греха, кто умер, более в грехе не повинен. Если мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем вместе с Ним. Вот, собственно, основное содержание христианской надежды. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.